мы поняли, какой ход первый обязан сделать студент. Теперь, перед тем, как мы решим задачу, надо, чтобы все присутствующие знали, что такое индукция. Слово индукция, знаете? Поднимите руку сейчас. Кто знает, что такое индукция? Дедукция – это вывод. Это Шерлок Холмс занимался дедукцией, да? Из одного утверждения выводим другое, его третье и так далее. Индукция – вывод. Так, то есть из присутствующих никто не знает. Тогда давайте я быстренько расскажу вам, что это такое. Это, между прочим, в высшей степени важная штука. Видели когда-нибудь гусеницу? Нет, гусеницу не в смысле насекомое, а гусеницу трактора. Танка. В чем идея гусеницы? Там есть такая металлическая полоска, называется трактор, которая опускается на землю, на асфальт, там, на болото, на что угодно. Потом следующая опускается, потом следующая, потом... Понимаете, да? И при этом это все вот так вот сделано по кругу, так что это прокручивается, и в результате все время пойдет на очередная, очередная, очередная. Фильм «Один дом» смотрели? Да! Там есть такая сцена, когда они летят в Америке, прилетели, и дальше родители передают сумку, там, Келдон или как вот там, значит, передайте Келдону, значит, у них там куча детей, следующий, передайте Келдону, говорит, и дальше, передайте Келдону, передайте Келдону. Доходит до последнего, Келдона нет, передайте, что Келдона нет. Поняли, да? То есть в этой семье родители освоили очень простой способ общения. Они своих детей выстроили в ряд и после этого по цепочке передавали. Разумно? Да. Разумно. Но единственное, что вот если Келдона нет, то этот способ не работает. Так вот, идея индукции состоит в том, что вы что-то делаете для начала, а потом, из-за того, что вы это сделали в начале, вы делаете это для следующего. А из-за того, что вы это сделали здесь, вы сделаете для следующего. Из-за того, что вы сделали здесь, для следующего. И так идет, 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 идет. А у нас где-то в самом начале существования нашей странички была прикольная такая видеозапись. Она где-то известная в интернете. Запись такая. Представьте себе дядечка, у которого маленький-маленький такой типичный кровать. А рядом повыше, а рядом чуть-чуть повыше, а рядом повыше. И так в конце концов доходит до какой-то выше его роста огроменной плиты. А дальше расставишь рост. Это все так поставлено, что он в некоторый момент берет пальчиком эту маленькую штучку, наклоняет на пальчик. В результате та, что чуть-чуть побольше тоже упала, та, что чуть-чуть побольше упала. Упала. Поняли идею? Да. Да. И другая известная запись. Ставим обычные доминошки, так, вертикально, на некотором расстоянии друг от друга. После этого на одной она упала, на следующей упала, упала. Поняли идею? Да. И так далее. В этом идея индукции. И вот, ребята, если подумать, идея индукции одна из самых важных, причем не только, повторяю, в математике, а вообще в жизни. Как-то раз замечательный профессор Шендерович, который писатель действительно был один вопрос. И прокурор задал какой-то совершенно дурацкий вопрос, а вот что там было тогда? Шендерович спрашивает, а насколько подробно надо рассказывать? Ну как? Максимально подробно, все, что знаете, рассказывайте. Хорошо, отвечает Шендерович. Так вот, рассказывай. Авраам родил Исаака. Понятно, да? Знаете, в Библии такое, да? Так вот, господа, если вы подумаете, вообще-то в нашей жизни индукция – это фактически все. У нас есть какой-то человек, у него есть дети, у него есть дети, у них дети будут, потом будут еще дети и так далее, и так далее. И так идет там, с каких-то незапамятных времен.